Жители и гости Якутска смогут познакомиться со вкусом Якутии. С 1 по 4 декабря в столице республики пройдет традиционный гастрономический фестиваль. Его участниками станут предприятия общественного питания, рестораны, кафе, столовые. В течение недели они должны представить в меню заведений специальное предложение. Это гастрономический сет по специальной цене, в который необходимо включить национальные блюда, приготовленные из местного сырья. Холодные блюда и закуски, горячие блюда, напитки, десерты, выпечку и кондитерские изделия. Победителям фестиваля вручат дипломы и ценные призы, участникам – сертификаты. Также будут учреждены специальные призы от Ассоциации гостеприимства республики на обучение одного сотрудника по профессии – повар, официант и менеджер.